Сейчас мы покажем, как сделать костюм супергероя. Назовем его Человек-магнит. Мы прикрепим к рукам и ногам электромагниты, чтобы с легкостью можно было забраться на любую металлическую конструкцию. И даже попробуем пройтись вверх ногами по потолку. Занимайте удобные места, шоу начинается. У вас есть знакомый, но он такой же скрытный, как и все супергерои. Тогда этот сайт для вас. На сервисе «Номер» вы можете, зная номер телефона нужного вам человека, узнать его адреса в соцсетях, про его страницы ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и даже о его товарах на Авито. А еще данные по автомобилю. Ссылку я оставлю в описании. В микроволновках есть большой трансформатор. Если в нем распилить железо и разомкнуть магнитопровод, он превращается в очень мощный магнит. Сила примагничивания настолько велика, что остаются вмятины, как от молотка. Никакой неодимовый магнит не сравнится с ним по мощности. Я думаю, что нам должно хватить напряжения от аккумуляторов из бесперебойника. Твоя задача удерживать магнитозу. Магнитоза или помпоза. Это магноботы. Круть. Сначала вам покажу, как оно работает. Оно чуть нагни ноги. Вы увидите, как оно намагничивает. Смотрите. Где-то одна, а потом вторая. О, сейчас будем топать. Отлично, ничего не греется. Давай, дальше левая. Левая. Есть контакт. Правая. О, сейчас идеально вообще коммутирует. Сейчас, подожди. Нет. Это опа. Гарантирую тебе очень... Ты видишь, я? Ты видишь? Если наша запросильно не дернуть? Да, вижу, вижу, какую. Вау! Ничего себе! Магниты! Убедившись, что схема рабочая, мы отправились покорять московские высотки. Упс, оговорился. Сельские ангары. Преимущество электромагнита в том, что ими можно управлять. Для этого мы закрепили в удобном месте по две кнопки. Одна включает магнит на руке, вторая на ноге. Да, около. Мы решили взять два аккумулятора от негожих бесперебойников и закрепить их на старом ремне. Супергероями не рождаются, ими становятся. Нормально? Это ерунда вообще, она да? Не липнет. Это оцинковка. Мне кажется, тут магнитится только под ней металл. Чувствую себя терминатором. Ну ничего, попробуем сейчас на железных воротах. Они не магнитятся вообще. Вообще? Странно, не может быть. Может, оборвалась? Давай проверим. А что, смотри, не хватает мощной штуки, что я не понимаю. А ну. Вот этот. Переключай, теперь сейчас этот выключит, то будет работать. Включи. Может выключать? Может... Не, должно два, включи второй сейчас. Нет. Уже камера не будет. Нет, это я не заснял. Слишком ты прям на меня полетел. Надо, в общем, модернизировать технологию. Железный человек тоже не сразу собирался. Один магнит отвалился на ноге. И, видимо, то ли аккумуляторы сели, то ли металл не такой. Но мы не сдавались. И на следующий день модернизировали костюм человека-магнита. Кнопки сильно грелись, из-за чего одна из них вышла из строя. Мы решили усилить кнопки, используя автомобильное реле. Мы убрали второй аккумулятор, так как он оказался негожий. И магниты на одном оставшемся аккумуляторе заработали лучше, чем на двух. У меня такое чувство, как будто я на каблуках, только каблуки спереди на носках. Ну что, давайте попробуем. Опа! Вот это звук! Самый опасный момент в этой процедуре – это момент отрыва. Когда надо выключить один магнит, переносишься всем весом. Практически я стою на двух магнитах, а руки, они мне помогают держать равновесие. И еще очень важно не путать магниты, потому что если будешь думать, что отключишь руку, а при этом отключишь ногу, будет не очень приятно. Меня держат магниты. Супер, я забрался на эту высоту. Я полностью стою сейчас на магнитных опорах. Классно, конечно, полазить так. Впечатление супер. Я даже не заметил, как я залез на ту высоту. Это доказывает, что даже просто от обычного аккумулятора 12-вольтового можно сделать костюм человека-магнита. В следующей серии мы будем ходить вверх ногами по потолку. Как ты думаешь, хорошая затея? Обойдется без падений? Не пропусти.